Нарушают правила дорожного движения и дети. Порой такая безответственность приводит к трагедии. Так, на дорогах Кузбасса за первое полугодие этого года травмировано 70 детей. Один ребенок погиб. Сотрудники дорожно-патрульной службы проводят профилактическое мероприятие «Юный пешеход». Сотрудники ГИБДД проверили, знают ли школьники правила дорожного движения и знаки. В игровой форме напомнили о безопасности на проезжей части отдыхающим детских лагерей. Профилактическая работа по недопущению дорожно-транспортным травматизмом, связанная с детьми, проходит в тесном сотрудничестве с инспекцией по делам несовершеннолетних. В частности, сегодня мы побывали в гостях в загородных лагерях «Чайка» и «Ратник». Также ребятам подарили световозвращатели. Встреча прошла в рамках всекузбасской акции «Юный водитель». В Междуреченске она продлится до 14 июля.